6 декабря в кинотеатре «Формула кино Горизонт» состоялась премьера фильма «Выпьем за любовь». Ждем какую-то такую зажигательную комедию с романтическими нотками. Режиссером рекордсмена национального бокс-офиса выступил самый популярный комедиограф Германии Зёнке Вортман. Тема такая скользкая для Германии, получается анекдотическая ситуация, да, потому что многие против, но с другой стороны, как бы имя-то ни в чем не виновата, по сути дела. По сюжету фильма Штефан и Элизабет, всегда восхищавшиеся высшим обществом, организуют чопорный обед для узкого круга приятелей. Разговоры в кругу гостей идут своим чередом, пока Томас, младший брат Элизабет, не делится новостью. Его подруга скоро родит мальчика, которому уже придумали имя. И имя это Адольф. Обычный ужин превращается в настоящее поле боя из обсуждений и скандалов, чьи последствия просто невозможно предсказать. Первые российские зрители уверяют, что фильм точно понравится любителям камерных комедий и тонких психологических картин. Заряд такой хороших, позитивных эмоций. Не упустите возможность увидеть остроумную комедию «Выпьем за любовь» совсем скоро в широком прокате.